В конце выпуска ночной спецоперации в Хабаровске. Практически в центре города 1,5 часа гонялись за бурым медведем. Уходя от полицейских, он ворвался в крупный торговый центр и устроил там настоящий погром. Каким-то чудом персонал не оказался у него на пути. Зверь метался в поисках выхода, врезался в стеклянные двери, поранился и еще сильнее рассвирепел. В конце концов, ему удалось вырваться на оживленную улицу. Догнали медведя на территории детского сада. Там ОМОН открыл огонь на поражение. Никто из людей не пострадал. Визиты таких гостей в населенный пункт Хабаровского края не редкость. Но впервые зверь пришел в город с 500 000 населением. Теперь проверку по последнему инциденту проводит Следственный комитет. И первые выводы заключаются в том, что ОМОН необоснованно применил оружие и убил животное до прибытия специалистов, которые могли бы его усыпить и вывести живым.